что, стартуем. Сначала на шиномонтаж, потом домой. А то как-то в сентябре, в начале сентября, ехать 700 километров на зиме, на зимней резине, не очень хочется. Чё-то я сильно сомневаюсь, что здесь есть какая-то шиномонтажка в жилом доме. Ну, значит, забьем и поедем до следующей. Или вот здесь. Thank you.
шиномонтаж. Так, ладно, поехали, там по дороге найдем что-нибудь. А, мы отсюда не выедем, да?
положение определено. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Так, что это у нас? Ушаковский мост.
Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60.
Осторожно, дети. Ограничение 60. Осторожно, дети. Ограничение 60. Приближаемся к Троицкому мосту. Справа будет Петропавловская крепость. Газпром нефть. Так, время 10.
Так, ну вот он впереди, Троицкий мост. Я немножко поверну направо. Видно будет, не видно, не знаю, Петропавловскую крепость. Но могу отметить, что Питер не так вылизан, как Москва. То есть видно, что мост припыленный, грязный, все эти поребрики, бордюры. Не так вылизан, как Москва. Прямо у нас памятник павшим борцам революции. Суворову памятник. Точнее, сначала Суворову, а за ним уже павшим борцам. Слева летний сад.
Переезжаем речку Фонтанка. Памятник Чижику-Пыжику справа был. Проехали слева дворец Шереметьево. Справа музей Фаберже. Ну, мы, получается, где-то прям в центре города, по идее. Что за товарищ слева? Осторожно, дети. Ограничение 60.
Невский проспект, и мы приближаемся к вокзалу, куда приезжали. Так, а вот справа у нас сейчас за углом будет Московский вокзал, на который я прибыл. Так, 10:30, 4 часа назад. Нам надо не забыть про заправку и про шиномонтаж.
у нас Курская улица. Нет, это у нас Лиговский проспект. Чего мне Курскую показывал? Это Лиговский проспект. Мерседес из Подмосковья. Впереди опасный перекресток. Ограничение 60. Впереди опасный перекресток. Ограничение 60. Доброе. Найдется даже часов 10, наверное, найдется. Пока, да, пока в трассе. Да.
Нет, мне это не интересно, я этим не занимаюсь и не планирую заниматься. Нет, опыт неплохой, я не хочу этим заниматься. Нет, нет, звонки регулярно поступают, не знаю, в какую базу я там попал, почему мне периодически поступают такие звонки. Денег у меня на это нету. Вот, почему там, ну еще раз, почему приходят звонки? Да, я знаю, что курс валют меняется ежедневно, да, даже чаще. Да. Да. Что? Золото 1600. Да? Это за сколько? За килограмм? Или за сколько это? За килограмм? А если в граммах и в рублях, это сколько? Да, есть. Да. Есть. Ну, хорошо, присылайте. Валентин, нижнее подчеркивание, 495. собакаинбокс.ру. Да? Договорились. Угу, спасибо, взаимно. Золото бомбически выросло. $1600 за килограмм. Сколько у нас там курс? Ну, пусть будет 66, допустим. $1600 умножить на 66 рублей. 105600 рублей за килограмм. Что ты мне чешешь? Килограмм золота 105000. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Ограничение 40. Впереди опасный поворот. Ограничение 40. Золото-то немножко подросло. Спасибо, проинформировал. Ох, ёпта. Там обязательно вот так вот тормозить. Может, вы с дороги свалите, а?
подросло, так и упадет. Правка дисков. Давайте попробуем. Никого нету. Едем дальше. Может, заодно и погода по суше будет. А то что-то как-то поливает.
кажется, вроде зелени побольше, чем в Москве. Может, так кажется. Хотя центр тоже весь каменный. Но